Страны Тиран, с вами Ириран. Помните, как-то мы с вами хотели посмотреть видео, ну я конкретно. Называется оно «Кей-поп айдолы падают, бьются или лупят друг друга, непонятные всякие разные штуки там творят». И я тогда вам говорю, ща поржем, потому что оно должно было быть веселым. Включаю, и у меня нет ссылка, и там что-то вообще так мы с вами сидели и грустили. Есть видео на канале, оно, конечно, важно все, но я потеряла этот ролик. И вот, я его нашла, откопала нарыва, и прямо сейчас мы будем себе поднимать настроение, потому что когда-то я его уже прощелкивала, и я видела, что там вроде как какие-то приколюги. Поехали. О, мама! Блин! Так он и одежки намочил, ребята, там очень... Ой, боже, ребята, спасите его кто-нибудь! Нет, это, конечно, смешно, но он бы мог удариться. Это я помню, это трэшики, которые вроде... Мы с вами уже несколько раз пересматривали этот момент, мне кажется. Это у вас перебивка была такая каждый раз? Треснул по камере. Шлепс. Это у нас мальчишки и Тиз. Я заметила, что они всегда так переживают за камеру. Видно, от режиссеров этих операторов получают люлей. С вами молодец, великий босс. Короче, мне кажется, победу нужно отдать Минки. Ну он упал. А это я видела когда-то уже где-то. Мне кажется, я это видела, но сейчас смотрю, как будто в первый раз. Так там конкретно пазл шлепс. Блин, ребята, ну так можно себе и копчик отбить. Вообще как-то не сильно смешно. Пацаны потухают просто. Я не могу, они так не воржутся. Спасите, помогите. Но сама ситуация была комичная какая. Реакция просто топ, ребят. Та-да! Все в порядке. Развалилась. Хисын. Я не могу, мне каждый раз жалко так в этот момент. Он разбил кусок декорации. Девочка порешала, молодец. Ой, молодец. Они столкнулись или мне показалось? Ну да, нам еще раз. Это что-то их вообще... Гляньте, короче, одной пулей. Или это шарик лопнул? А, шарик лопнул. Слушайте, так и оглохнуть можно. Это у нас Stray Kids. Валялись. А, да, YouTube-ти дому еще. 엄청난데? 어, 한 일요. 그냥 아예 문고리를 박살냈는데. Я даже боюсь интересоваться, что там у них происходит. Ну, короче, это у них какой-то квест, и им нужно оттуда выйти. И они решили это, воспользоваться силой против металлической-то двери. А! Выпустили их. Это семнахи у нас были. Слушайте, мне кажется, он прям конкретно смутил своего просто соперника и взял... не сломала, кроме стола. Но я видела этот момент уже, мне кажется, раньше. Они потом еще сейчас будут его чинить. Пытаться, по крайней мере. Экскалибур. А, или да, извиняться будут. Придется купить новый стол. Или оплатить старый. Или починить. А, да, вот уже. Сделали все, как и было.
Какой ненадежный стул. Притулил свою попку. Морда пацанов, это просто... Господи, господи, фух. Это я помню. Тоже его достаточно сильно треснул. Просто выбил его. Я помню, что я где-то смотрела в какой-то компиляции это с вами. Вы мне потом сказали, что это нужно обязательно посмотреть. И я потом это посмотрела, а потом еще раз посмотрела с подругой. А потом мы с вами еще несколько раз это видели. Короче, и каждый раз мне так жалко лидера. Это было не нарочно, но он просто правда оказался прям под мячом. Гавача. Господи, ребята, такой, да, инфаркт, можно, да. Но он был миленький, конечно. Стрейкидс. Ой, фух. Лендит, он такой бардак. Фух. Продолжай, маши. О. Он разбил зеркало или нет? Он, походу, его разбил. Да, разбил. Это было очень быстро. Слушайте, видео такое смешно. Хорошо, что я его нашла. Прям вот все моменты были заходящие. Прям, знаете, а тут не так много просмотров под этим роликом. 70 тысяч, не так много. Но ролик был смешной. И, конечно же, ссылочку на оригинал я, как всегда, оставила в описании. Забыла сказать это вначале. Ну да ладно, кто хочет поддержать автор, пойдите шмякните лайк. Если хотите больше прикольных видосов, особенно смешных и веселых, присылайте свои вариантики здесь, в комментариях. И мы будем что-нибудь выбирать, смотреть. Вместе. Как обычно, желаю вам хорошего настроения, позитивного настроя. А на этом пока что все. С вами была Ариран. Люблю вас, целую.